телевизор с высоким качеством цветопередачи LG32LM6380PLC. Устройство поставляется в фирменной коробке. Комплектация следующая. Сам телевизор, пульт дистанционного управления с батарейками, кабель питания, а также руководство по эксплуатации. Итак, сегодня в нашем обзоре 32-дюймовый телевизор LG32LM6380PLC с разрешением 1920 на 1080 пикселей. Он поддерживает технологии Dynamic Color и активный HDR, благодаря чему обеспечивает качественную цветопередачу и градацию оттенков в темных сценах. В режиме активный HDR каждый кадр оптимизируется. Детализация усиливается, а цвета становятся более глубокими. Благодаря формату Multi-HDR в сочетании с технологией динамической покадровой коррекции LG можно наслаждаться любым видеоконтентом в высоком качестве. Также телевизор оснащен технологиями Virtual Surround Plus и Dolby Audio, благодаря чему обеспечивается отличное звучание в фильмах и сериалах. Суммарная звуковая мощность телевизора составляет 10 Вт. А еще устройство поддерживает технологию Smart TV, которая позволяет смотреть любимые сериалы через популярные стриминговые сервисы, получить прямой доступ к YouTube-сервисам и пользоваться другими приложениями. Рассмотрим интерфейсы для подключения. Тут у нас разъем для кабеля питания, 3 разъема HDMI, разъем для сетевого кабеля, композитный вход, 2 входа для антенны, 2 порта USB, компонентный вход, вход CI и оптический аудиовыход. Также телевизор оснащается встроенными модулями Wi-Fi и Bluetooth. Здесь же на тыльной стороне предусмотрено крепление веса 200 на 200 мм, что позволяет разместить телевизор на совместимом кронштейне, закрепив его, например, на стене в гостиной. Что в итоге? LG32LM6380PLC – это небольшой телевизор, который, несмотря на свои размеры, обеспечивает высокое качество изображения и насыщенное звучание благодаря поддержке Dolby Audio.